Доброе утро. Доброе прекрасное утро, девочки, мальчики. Всем доброе, доброе, доброе утро. Я нахожусь уже не в солнечной Турции. Я нахожусь уже дома. Открыто было всю ночь окно и так свежо. Как в Турции, вот честно. Вот в Турции ночью также было вот свежо, дуло холодком. Поэтому мне вообще ничего не меняет от перестановки мест. Ой, девочки, я что-то так наелся, я что-то так наелся. Я просто жрал, мне кажется, что все подряд. Все, что накупил, все жрал, съел. Доброе утро. Показать вам Москву. Сейчас. Вот так у нас. Слякотно, холодно и мокро. Так. Цветы я вчера все полил. Все прекрасно у них. Сейчас покажу вам эту. Господи, как ее зовут-то? Ну, сейчас я покажу вам, мы все вместе вспомним. Орхидею. Сейчас, секунду, девочки. Я совсем забыл, представляете, у меня в 9:30 сдача коронавируса на анализы. Я поехал в время 9:37. Зашел старый дед, блядь, и обязательно нужно было, блядь, покашлять, сука, в лифте. Урод, блядь. Без маски, блядь, ходит. Ты должен маски носить, блядь. Ой, девочки, так и живем в этой России, блядь. Всем на друг друга похуй. Всем похуй. Доброе утро. Ничем, блядь, не отличается погода, вот реально, вот ничем. Мне кажется, в Турции была такая же. Я так выспался хорошо. Я проснулся в 7 утра. Ой, в 3 ночи проснулся опять. Ну, слава богу, просто проснулся, без всяких атак. И вот потом в 7 и в 9:10. Как чувствовал, что у меня в 9:30 запись. Сижу еще с вами, болтаю, блин. Про цветочки, лепесточки. Сейчас ничего страшного. Примут. Я же не совсем сильно опаздываю. Украсили. Не знаю, вчера же не видно было. О, господи. Представляете? Мне сказали, экспресс-тест 4400 стоит. Уже они что-то не поняли, блядь, что я хочу. Я просто вообще, в принципе, ничего не хочу от них. 4400, это, конечно, не круто вообще. Очень круто они зарядили. Сейчас посмотрим. Новый год. В ресторане Азия. Сейчас покажу вам, что на улице происходит. Глазами очевидца. Так у нас. Серовато. Тут что-то роют, как обычно. Это моя любимая клиника, семейный доктор. Все перерыли. Ой, вроде бы никого нету. Так. Как открывать дверь? Почему дверь не открывают? Шучу, блядь. Сбора анализа. Подождите.
карта договора, ты должен войти в личный кабинет, скачивать приложение, смену, на сайте. Нажимаете первичную регистрацию, вводите номер карты и номер телефона без восьмерки. И в определенный пароль имеете написание. Так, сейчас давайте... Сейчас запомним. С вами оплатим. На согласие. Пускай проходит, да? Да. Проходите. Здравствуйте. Она... Или кто был на месте? Я тоже. На этот самый. Давайте, согласен. На утренний. Кто? Давайте, ладно, попозже разберемся. Глазки можно прикрыть, дышим через ротик, слезную железку прохожу. Будет неприятно, да. Я собираю материал. Я у них в штабе. Попрошу главного. Кто ты, собака? Все, ушла. Сильно не сморкаемся. Ага. Переждем лучше этот момент. Угу. А все, да? Да. Через 15 минут приходите за справочкой ответа. А она не придет на почту? На почту не приходит, приходит ответы в личный кабинет. На личный кабинет, да. Да. Угу. Все, понял. Спасибо, хорошего дня. До свидания. Вы не придете запечатанным? Может быть, приду. Который... Не знаю. Приду, наверное. Приду. Я здесь живу, я приду. Угу. Спасибо.
Ну, девочки, я думаю, что вы все видели сами. Блять. Что ж так глубоко-то? Слушайте, я как-то... Вот, я ничего не могу понять, вот честно. Подождите, я не оплатил. Я же не оплатил. Нормально вообще? Я сделал анализ, пошел. Я ушел, не оплатил. А, сейчас мне нужно. Спасибо. Вот это, которое завтра я Все хорошо, спасибо. Видите, процедура стоит 4400, а результат будет через 15 минут на моем YouTube-канале, в моем кабинете, короче, от семейного доктора. Ой, какая неприятная была тетенька, ну, в плане процедура, тетенька была очень приятная. Знаете, что я иду в маске по улице? Сам таких людей ругаю, когда по улице идут в масках. И сам иду такой. Ну что, девочки, мальчики, сейчас будет вкусный завтрак, я буду готовить. Я хочу приготовить омлет, ну не омлет, а яичницу, а может быть и омлет с помидорками, с луком. Я еще не решил, я ведь дойду сейчас до дома, у меня все переиграется. Завтра работа, завтра полный рабочий день, завтра работа. Но работать тоже иногда надо. Видели, у нас новая высотка строится? Вот это. Я когда выбирал, где купить квартиру здесь, не здесь, а в Таурсе или там, вот я между двумя вот этими башнями выбирал. Но меня напугали, что вот в этом жилом комплексе, сейчас, вот в этом, сейчас идем. Вот оно, вот здесь строится. Что там якобы будут жить жители, будут в одном отсеке дома, будут жить пятиэтажники. Я говорю, нет, спасибо. У меня был опыт, когда я жил в нормальном жилом комплексе и жил в подъезде, где жили пятиэтажники. Я квартиру эту снимал, и ребят хуже, блядь, не придумать. У них через полгода жизни начинаются ковры в подъезде, блядь, попугаи. У нас на первом этаже были попугаи, они принесли. Рыбки были, книги. Утром выходишь из лифта, а эти, как его, музыкальные диски лежат, которых уже не на чем слушать. Есть только на пальцы крутить. Короче, такой пиздец. Без волнения, не, все. Я больше нет. Если я захочу жить с пятиэтажниками, я сниму квартиру в пятиэтажнике. Это мысли были у меня на тот момент. Поэтому я думаю, я прав. Все. Все, завтра готовим.
Так она там поковырялась, что прям высморкаться хочется.